Привет, друг. Сегодня я научу тебя готовить яйцо пашот. А в конце видео тебя ждет один из вариантов хорошего полезного завтрака. Что немаловажно, он готовится всего лишь 5 минут. Итак, для начала налей в сотейник воды и поставь ее на большой огонь. Когда вода закипела, необходимо добавить несколько столовых ложек уксуса и убавить огонь до минимума. После этого возьми ложку и создай в воде воронку. После того, как хорошенечко закрутили воду, выльем туда аккуратно яйцо. Засекаем 3 минуты. По истечению 3 минут аккуратно достаем яйцо, не повредив белок. А вот один из вариантов хорошего, легкого, быстрого и вкусного завтрака с яйцом пашот. Для него вам понадобится белый хлеб, огурец, помидор, лист салата, любимый соус, ну и, конечно же, яйцо пашот. И, конечно, не забудьте приправить яйцо свежемолотым черным перцем. Приятного аппетита! Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал.